Всем привет, ребята! Добро пожаловать на наш основной канал Лепота ТВ. И сегодня мы проведем 24 часа в багажнике на этом заколдованном озере. Мы на этом озере не просто так. Здесь поселился аномальный кот, который преследует всех отдыхающих. И нам нужно разобраться, кто и что за ним стоит. Баб, ты кое-что забыла сказать. Ой, там что-то плещется. Сладун вовремя мне напомнил. Так как непонятно, как долго у нас еще просуществует YouTube, мы вас очень просим в описании под этим видео найти все наши соцсети и подписаться на нас, чтобы смотреть наши ролики даже тогда, когда с YouTube что-то произойдет. Мы есть на Рутубе, на Дзене, ВКонтакте тоже мы есть. Везде на нас подпишитесь, и тогда мы с вами точно не потеряемся. Но самое главное, подпишитесь на нас в телеге, потому что там мы всегда публикуем новые видео, когда они выходят. Ну что, пойдемте осмотримся. Эй, мама, а меня забыли. Вы чего? Я отсюда не спрыгну, высоко. Билли, да как же мы могли тебя забыть? Ты же у нас самое главное, твое чутье сейчас просто необходимо. Воды. Как-то небезопасно, по-моему, тут. Все сюда, я кое-что нашел. Мам, пап, смотрите, тут какие-то объявления, только написано на русском. Ничего не понятно. И коты какие-то нарисованы. Похоже на аномального кота. Кто нашу машину трогал? У кого ключи? Кто трогает машину? Не у меня. Они должны быть где-то у тебя. Вот они. Никто не мог их трогать здесь. Мы же стоим рядом. Мам, пап, скорее, я такое нашел. И что это такое? Опять какие-то объявления. Зверопапы очень похожи на те, как были на озере русалок. Купание запрещено. И какой-то страшный кот. Посмотри. Он похож на кота из-за аномалии. Помнишь аномального кота? Зверопапа, когда мы проводили 24 часа в багажнике и ездили по всем местам, где живут монстры из-за аномалии, графа с котом была пустая, потому что никто не знает, где находится за аномальный кот. И кажется, мы нашли это место. К воде не подходите. Ночью кот не дремлет. Это он. Это озеро за аномального кота. Сладун, посмотри, что мы нашли. Что это, баба? Посмотри. Ой, какой страшило. Это что, аномальный кот? Очень на него похоже. Ладно, иди, я тут травку вкусную кушаю. Здесь все так вкусно на этом озере. Пользуясь случаем, я хотел бы... Машина опять пиликнула. Папа, это ты открывал? Нет, Билли, я не трогаю ничего. Я понял. Короче, я что вспомнил? Вспомнил, что за каждым за аномальным животным смотрит какой-то надсмотрщик, смотритель зоопарка. А здесь, получается, никого нету. Да, если верить той карте выгула за аномальных животных. То здесь ни одно из аномальных животных не может находиться. Либо кот гуляет сам по себе, либо он просто сбежал и находится где-то здесь. Мам, пап, смотрите, там что-то в воде плавает. Да уж, и мостик тут какой-то шаткий. Даже страшно, сто раз и сразу падаешь. И пахнет тут рыбешкой. Баба, деда, ну скорее сюда! Тут какая-то штука странная, где же вы там? Что там, Сладуня? Зверопапа! А тут реально поплавок похоже. Да, я
я ж тебе сразу сказал. Вот он, это поплавок. Я просто забыл, как он называется. Подтяни его сюда. Сейчас, может, мы рыбешки поедим. Там, кажется, что-то есть на поплавке. Что-то висит. А? Зверопапа! Сладун, смотри! Сладик! Что это, баба? Рыба? Зверопапа! Ты когда-нибудь видел такую рыбу? Нет. Что это, мам, пап? Это какая-то странная рыба. Я, кажется, знаю, что это такое. Фу, ну и запах, я аж зачихал. Зверопапа, это русалята. Вспомни, когда мы плавали в озере на лодке и искали бедных русалят, они выглядели именно так. Просто они все разного цвета, поэтому мы их и не узнали. Давай попробуем снять их с крючка. Да, это 100% они. Это маленькие русалята. Посмотри, какие у них хвосты. Из них вырастут огромные русалки. Но кто-то погрузил в воду эти крючки для того, чтобы их поймать. Давайте думать логически. Кому нужна рыба? Людям и котам. Больше рыбу никто не ест. А так как мы на озере за аномального кота, скорее всего, он и развесил эти ловушки, чтобы поймать себе русалят. Ведь маленькие русалята, они как рыбы на вкус, наверное. Пойдемте в багажник, хоть немного перекусим. Да, я тоже очень кусать хочу. Я со вчерашнего дня ничего не кусал. Это еще что за мистика, мам, пап? Да почему сразу мистика, Белебой? Просто одеяло прилипло к багажнику. Это уже похоже на мистику. Что это был за звук? Билли, давай в багажник. Папа сейчас принесет еду. Не придумывай. Да папа сам сказал, что мистика была, я слышал. О, вот это да, вот это вкусняшки. Что у нас там сегодня в программе дня? Ну это вам с мамой опять скажете, собакам сладкое нельзя и прочую ерунду. Это что? Тебе, Билли, считать учиться будешь. Да не смешно, я знаю. 7 и 7 39. Да, все правильно, Билли. А еще что, пап? Ты это ждешь? Да, конечно, это жду. Открывайте. Мам, пап, а как мы будем есть паштет, если у нас нету ложки? Да, кстати, про ложку мы и не подумали. Зверопапа, у тебя случайно нет ложки в машине? Ну, возможно, завалялась. Мам, там какие-то шаги, что ли? Как будто кто-то... А позвал. Вот и ложка! Фу, пап, ты меня испугал! Я уже реально подумал, кто-то идет. Спасибо за ложку, пап. Сладуня, ты уже там улегся, я смотрю? Да, но я немножко отдохнуть. Все-таки озеро выматывает. Подожди, смотри, что у нас тут. Паштет! Мой любимый! Как же его открыть? Да просто, пап. Так, аккуратнее, банка очень острая. Давай пробовать. Ой, какой вкусный. Ой, как хорошо, что мы Кевина с тобой не взяли. Вообще-то Кевин еще переживает после того, как его украли пираты, и мы его еле вернули. Ничего не знаю, я съем за него его порцию. Так очень вкусно. Вкуснятины. Реальная, нереальная. Сладик, твоя очередь. Сладуни. Так, теперь ты.
Билли, а я пока круассанчик съем. Ты не против? Я не против, если дашь маленький кусочек. Просто вот самый массив... Хлебушка тебе. Сладкое нельзя. Да где? Вот, Билли, ты что? Ты еще не так зарос, чтобы не видеть. Ну, пап, ну я не заметил просто. Это так положил аккуратно. А мне круассан не нравится. Можешь мне и не давать. А я не собирался слать. Все понятно. Я пошла в домик. Посплю после обеда, хоть немножко. А то что-то я так устал. Слать, я, наверное, с тобой прилягу. Ну нет, вы что, спать сюда приехали? Я понимаю, что вам в багажнике хорошо, но нельзя же все время спать. Мам, а мы с тобой, значит, пойдем дальше разведывать обстановку, пока папа со Сладиком будут спать. Они, как всегда, только поедят, сразу спать им надо. Да, как, Биль, мы такие. Как будто деды старые какие-то. Чего? Слышь ты? Того. Да уж, Билли, ты прав. Я спать тоже не собираюсь. Нам нужно понять, каким образом этот аномальный кот оказался на озере. Что он здесь вообще делает и кто его сюда привел? Мам, там в кустах движение какое-то. Смотри. Давайте. Мам, дождь пошел! Да еще и такой сильный! Это прямое исключение из нашего багажника. У нас пошел очень сильный дождь, и мы пока что не можем продолжать поиски каких-либо улик, связанных с аномальным котом. Мы сейчас переждем дождь здесь. Ё! Что? Там гроза ударила в какую-то странную яму с камнями. Пап, ты же мне рассказывал, что молния бьет туда, где самое сильное электромагнитное поле и протяжение. А если кот аномальный, значит, наверняка это и есть подсказка. Молния подсказала нам, где искать аномального кота. Вполне вероятно, Билли Бой. Там еще, знаешь, такое странное место. Много лет назад там вели какие-то раскопки, все было оцеплено. А сейчас там вообще никого нет, даже охраны. Может, надо туда доехать? Думаю, стоит попробовать. Поехали, па. Погода что-то уж больно сильно разбушевалась. Зверомама, все, отъезжаем. У вас все хорошо в багажнике? Да, все в порядке, зверопапа. Все, тогда едем. Ё-моё, что это? Зая, тут кто-то стоит. Чего там у тебя? Какая-то бабушка идет на нас. Я не знаю, что делать. Надо сдавать назад срочно. Что она творит вообще? Она бежит за нами. А? Какая бабушка? Ты о чем? Зая, что делать? Зая, что делать? Она очень страшная. Кто это? Она смотрит на меня. Не понял. А куда она делась? Ее здесь нету. И что делать? Ничего не понимаю. О! Это она! Это бабушка! Что она от нас хочет? Надо срочно убежать отсюда. Иначе я не знаю, что будет. Зверопапа! Она все ближе и ближе! Зверопапа! Стой! 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 Она пропала! Нам нельзя здесь останавливаться! Она так же внезапно сейчас появится! Ее нигде нету! Она может появиться снова! Только что такое уже было! Поехали! Мам, мне страшно! Вдруг она появится снова! И мне страшно! Я вообще еле-еле ее увидел. У нее такое лицо странное. Сейчас я еду, вроде бы ничего не вижу. Кажется, как будто бы там чисто. Смотрю во все окна. Зверопапа, у тебя чисто? Да, пока никого нет, но я теперь боюсь, что она может выбежать на дорогу. Мы приехали, зверопапа? Да, мы приехали к этому месту.
Ладуня, из переноски пока не высовывайся. Это может быть очень опасно. Я все понял. Буду сидеть тихо, как мышь. Белебой, идем. А ты пока что у меня на руках. Твой нюх нам понадобится. Так, кажется, все. Не опасно туда идти, зверопапа? То, чем мы занимаемся, зверомамы, это уже опасно. Мам, дай я пойду сам. Мой нюх не работает, когда я у тебя на руках. Иди, Белебой, только ничего не трогай. Если хоть что-то увидишь подозрительное, сразу говори нам. О-о, зверопапа, это еще что? Такое впечатление, что здесь кто-то уже расследовал это дело. И что с ним случилось? Мам, походу на горке что-то есть. Папа, посмотри на это. Это же та самая клетка аномального зайца, которую мы нашли в лесу. Вместе с курткой надсмотрщика за аномалией. Посмотри. Да, это она. И цифра 2. Почему этот заяц так преследует нас? Я уже говорил, что это я опять нашел, да? Да, Белебой. Я попробую забраться выше. Мам, я с тобой. Жди меня. Зверопапа, ничего не напоминает? Это же тот заяц, который тогда меня преследовал и украл. Да, Белебой, это он. Но страшнее всего другое. Вокруг этого зайца стоят 6 свечей. Это означает, что это какой-то ритуал. Зая, ну как нам понять, что это за ритуал? Взять и поджечь их, зверопапа. А если начнется кошмар, мама? А иначе мы никак не узнаем правду. Там какие-то звуки. Билли, я эту фразу от тебя слышу 25 раз в день. Эта свечка не хочет никак зажигаться. Ветер мешает нам. Что должно происходить?